В ложе, написанной, когда Ренуару было 33 года, запечатлен момент жизни, полный простой и чистой красоты. Модель Нини Лопес, известная на Монмартре под прозвищем «Точеные губки», была в тот период любимой натурщицей художника. Великолепное лицо с классически правильными чертами предстает на картине во всем своем блеске, подчеркнутом контрастом черного и белого цветов ее платья. «Черный цвет, — говорил Ренуар, — король всех цветов, и именно блестящий, отливающий разными цветами черный, определяет границу между женской фигурой на первом плане и мужской сзади. В полумраке еще больше, оттеняя ослепленную белизну рубашки, руки в перчатке, держащие бинокль, жемчугом на шее Нини, горностая на ее плечах и прелестного нежного декольте. Эффект, производимый композицией в целом, делает эту картину одной из самых приятных и гармоничных картин Ренуара. Признанная одним из наиболее характерных символов импрессионизма, эта картина была выставлена на первой выставке этого направления, состоявшейся в апреле 1874 года в помещении, предоставленном фотографом Нударом. Ренуар впервые касается темы театра, занимавшего значительное место в общественной жизни, а значит, представлявшего большой интерес для импрессионистов. Фигура на втором плане – младший брат Ренуара – Эдмон.